Жувана Гезлабиновна. Я работаю в социальной медицине уже 35 лет. Лечебное дело, терапия, физиопульмонология, диагностика. С 2000 года работаю на территории Украины за границей, как нутрициолог, диагност, психолог. И знакомство с этим проектом было не случайно. И медицинское видение всего того, что я хочу вам рассказать, просто нету времени, потому что у меня есть собственная академия здоровья. И я сегодня хочу вам сказать одно единственное, почему нету у нас сегодня эффекта от лечения. Просто-напросто мы созданы Богом. И мы должны нашу медицину рассматривать как троеединство. Троеединство гармонии духа, души и тела. Бог нас создал очень красивыми, очень мудрыми и очень правильными. Но, как сказал мой коллега из Венгрии, он же не думал, что мы будем жрать свинец. И сегодня почему нету эффекта, и я работаю с неоперабельными пациентами, это не моя заслуга, это, наверное, написано было свыше. Поэтому вот эти технологии, и много лет работая на биорезонансе, на тех фактически достижениях, которые работают в многих странах, это дало возможность спасти жизни человеку, который имел меланому, это самая злокачественная опухоль, которая непредвиденная. Он живет уже 3 года. И вот благодаря жизни этому человеку, друзья, говорят, Надежда Альбиновна, вот тоже вы работаете на биорезонансе, понимаете, вот в Венгрии разработали препарат, это тоже биорезонанс, это тоже вибрации. Обратите внимание. И вот я имела возможность быть в Венгрии. Я видела этих счастливых людей. Я видела результаты. Но вот медицинский разум где-то сказал, как? Вот этот наноэффектор вот такой маленький, как он туда идет? И вот был блок. И вот этот блок был 5 лет. И Вселенная, если она говорит, это надо, на это пришло время. Сегодня эра Водолея, это вера духовности. И сегодня, просматривая действия, это чудо, это подарок Господа. И Создатель, который вручил сегодня разработчику такой подарок, это все неспроста. Мы идем с вами в информационную энергетическую медицину. Или мы хотим, или мы не хотим. Мы идем и движемся с максимальной скоростью. И поэтому 5 лет, вот как свидетельство, как упрек моей медицинской практики, на рабочем столе стоял подарок. Вот он сидит. Посмотрите, какой прекрасный мужчина. Вот Ференс, он сидит. Нет, нет. Это был его подарок, Надежда Альбиновна. Обрати внимание. А он стоял, а Надежда Альбиновна шла своим путем. А мне все говорят, слушай, чудеса. И вот звонок профессора с Москвы. Я говорю, Надежда Альбиновна, бум, Россия взорвалась. Достижение. Ты знаешь, какую продукцию? А я говорю, какую? И вот по скайпу моя подруга профессор показывает мне вот этот пузырек. Вот мое состояние. Я говорю, и что, работает? Она говорит, а не то работает.